Видеожурнал «Строим звук». Про звук. Про музыку. В новейшей истории виниловые проигрыватели новозеландской компании Well Tempered Lab появились в России в 2012 году и сразу завоевали восторженные отзывы экспертов, а чуть позже и популярность среди любителей винила с претензией на качество. К этим проигрывателям невозможно относиться равнодушно. Они поражают своим звуком и удивляют очень смелой и необычной конструкцией. Тонарм в проигрывателях Well Tempered Lab не имеет опорного подшипника в общепринятом смысле. В большинстве тонармов опорный подшипник оснащается шариком, изготовленным с точностью менее микрона. Это хорошо, но недостаточно для качественного звука. Конструкция опорного подшипника в проигрывателях Well Tempered Lab имеет нулевую погрешность изготовления. Тонарм в проигрывателе закреплен на шарике для гольфа, частично погруженном в силикон высокой вязкости. Вся конструкция Amadeus GTA держится на четырех нерегулируемых ножках, в которые вставлены достаточно мягкие резиновые шарики. Круглый шпиндель опорного диска вращается в треугольном отверстии из тефлона. Такая компоновка фактически представляет собой подшипник с нулевым зазором. Если бы шпиндель находился в обычном круглом отверстии, контакт с опорной поверхностью возникал бы только в одной точке, и это могло бы привести к возникновению вибраций. Благодаря круглому шпинделю, вращающемуся в треугольном отверстии, контакт возникает в двух точках, приводя к нулевому зазору и высокой степени устойчивости. Шарики для гольфа производятся с высокой точностью, так как должны обладать определенными аэродинамическими характеристиками и прекрасно подходят для такого использования. Степень демпфирования такой конструкции можно регулировать, а акустическая обратная связь полностью исключается. Трубка Tonarm серии Amadeus заполнена калиброванным песком для устранения любых резонансов в трубке. Этот метод очень эффективен и уникален и применяется во всех проигрывателях фирмы Well Tempered Lab. Во время исследования конструкторы Well Tempered Lab изучили сотни ремней различных типов, используя в качестве критерия высокочастотную и низкочастотную детонации. Ни один из них не имел превосходных характеристик, и тогда было решено использовать принципиально иной подход. Приводной ремень фирмы Well Tempered Lab изготовлен из полиэфирной нити и имеет диаметр 0,10 мм. Для его изготовления необходимо связать нить узелком. Это обычно может представлять проблему, но она решена с помощью шкива электродвигателя специальной конструкции, в которой помещается этот узел. Являясь превосходным ремнем, полиэфирная нить широко доступна и проста в замене. Фирма Well Tempered Lab использует небольшой электродвигатель постоянного тока, который подключен к управляющей схеме собственной разработки. Электродвигатель имеет эффективную механическую развязку с помощью кольца из антивибрационного материала. Такое сочетание ремня, электродвигателя, управляющей электроники и механической изоляции приводит к низкой высокочастотной и низкочастотной детонациям.